Последнее на сегодня видео. Поделюсь с вами информацией про дачу ложных показаний. Два вида бывает, ну, основных дачи ложных показаний. По административному делу, когда протокол на вас составляют, ну, например, гаишники, ППСники, и по уголовному делу. По уголовному делу за дачу ложных показаний есть уголовная ответственность, но напоминаю вам, что никто не обязан, статья 51 Конституции, никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников. Вот. И в любой момент все равно всегда вы можете сказать «я не помню» и все. За то, что вы не помните, никакой ответственности нет. Понятно, да? То есть я не помню, и все, если не хотите давать показания следователю, или оперу, или участковому. И по административке за дачу ложных показаний штраф вы сами сможете найти в Яндексе, убедиться. Штраф от 1000 до 1500 рублей. То есть если вас привлекает как-то там незаконно и так далее, вот, вы можете, в принципе, или соврать, и серьезного наказания по административке за это не существует.